работать, создавать ссылку на командный чат, на какой-то чат, когда вы хотите, чтобы ваши люди сами заходили на ваш, добавлялись в ваш Skype-чат. Смотрите, как это делать? Ну, во-первых, вы создаете чат, новый чат. Например, вы хотите создать чат, и вы его как-то называете. Нажимаете на чат и, например, наша команда в московском филиале. Так, есть. Смотрите, обязательно посмотрите на вот эту вот звездочку. Если вы нажимаете эту звездочку, раз, он у вас появляется в верхнем списке ваших главных чатов, что, которые у вас отображаются. Если вы уберете звездочку, значит, это не важный для вас чат, и этот чат просто опускается в перечень всех оставшихся чатов, и помещение вы будете получать. А теперь возвращаемся назад, и вам нужно добавлять участников. Например, Терентьева Елизавета. Я здесь не вместилась, я напишу «добавить», вот добавим участник. Дальше нужно ввести, вам будет три команды. Первая команда. Копируем и добавляем его. Эту команду нужно добавлять до тех пор, несколько раз, но она у вас в поле не отобразится. Дальше нужно ввести будет вторую команду. Вот она, команда, раз, вы скопировали, вставили. У вас вот такое вот получилось оповещение. И нужно будет третью команду ввести. Эту команду, опять же таки, все команды, я вам ссылку внизу этого видео дам. Вот, третья, все. Таким образом вы создали ссылку. Дальше вы копируете эту ссылочку и размещаете в блогах, в ваших оповещениях, в скайпах. То есть ваши все участники будут потом самостоятельно добавляться в этот чат без вас. То есть сразу в вашу команду. То есть таким образом ваши новички не будут ждать того момента, когда же вдруг вы освободитесь или лидер. То есть это можно сразу в ваших рассылках добавлять. Ну все, пока-пока.